пожалуйста, расскажите нам, как вы познакомились с препаратом Гринсу, с нашей компанией. Вот сейчас мы находимся на одном из ваших полей, где вы выращиваете кукурузу. Пожалуйста, расскажите, как вы шли, какой был ваш чернистый путь фермерства и каким образом все это произошло? Я увидел, друг обрабатывал гумисо, ему посоветовали, посмотрел результат и тоже на следующий год решил попробовать. Понятно, тоже с Александровского района, да, фермер, да? И сейчас тоже практикуется? Да. Отлично, что это все идет в массу, и народ видит результат, то самое для нас важное, как говорится. А вот эта кукурузка, когда была посеяна, что было предшественником, мы видим, что, конечно, она достигает каких-то очень... Предшественник – кукуруза по кукурузе. Потому что кукуруза является монокультурой, и ее можно сажать. Просто хорошо задискована и вспахана. Посеяна кукуруза по кукурузе 14 апреля. А какие обработки применяли? Сделано две предпосевные культивации, посев и два раза обработана гумисолом и один раз гербицидом. Какую фазу вы обрабатываете? Фаза 3-5. А дважды вы говорите, на 10-й уже? А второй раз через 2 недели. Пока еще могут в поле зайти, я так понимаю. Да. Ну, результат мы, конечно, видим сами, это не надо быть каким-то профессионалом. Плюс дожди. Ну да, конечно. В этом, да, 2016 год выдался очень богатый на дожди, и это принесло, с одной стороны, некоторые проблемы с внесением, особенно что касается химии. Ну, просто нужно было быстро шевелиться, да, быстро чтобы быстро шевелиться и выносить. Но, тем не менее, видим результат, это очень приятно. Спасибо большое. Добрива гумісол. Менші витрати, більший врожай.